Брэд Питт и Кейт Хадсон будут жить вместе. Как сообщает западное издание, Брэд Питт и Кейт Хадсон планируют съезжаться, пока журналисты и поклонники знаменитой пары Джоли Питт вовсю обсуждали тему нового романа Анджелины Джоли с известным певцом Джаредом Лето. Западные СМИ выведали новые подробности из личной жизни Брэда Питта. Не так давно в сети появилась информация о том, что у актера роман с Кейт Хадсон. Естественно, эта новость невероятно удивила поклонников, так как поначалу казалось, что Брэд по-прежнему любит Джоли. Однако, как выяснилось, Питт времени зря не теряет и уже планирует съезжаться с красоткой Кейт. Об этом сообщили источники из близкого окружения актера. Американский журнал Star вовсе вышел с обложкой, на которой изображен Питт и Хадсон с ярким заголовком «Они съезжаются». К слову, фото обложки разместил у себя на странице родной брат Кейт, который дал комментарий по этому поводу на своей странице в Instagram. Да, это правда. И это похоже на… Знаете, этот Брэд такой грязнуля. Он пьет прямо из бутылок и картонных упаковок, и не закрывает за собой дверь, когда выносит мусор. И это все в моем доме. Он уже называет меня братом. И теперь мой настоящий брат Уайетт меня ревнует. Кстати, моя мама Голди Хоун открыто флиртует с ним и весь день ходит вокруг него в короткой ночной рубашке, даже в 3 часа дня. Наш папа Курт Рассел на это говорит только: да ничего, это же Брэд Питт, мое терпение скоро лопнет. Думаю, Брэду придется съехать, написал Оливер. Официального подтверждения отношений между знаменитостями нет, но количество подробностей, связанных с их романом, заставляет все же в него верить.